Cena de Atrião. Adenki. Sonar Music, или это Music Speak, ух ты. Главное, чтобы сейчас подо мной стул не развалился. Главное, чтобы музыка заговорила, чувак. Окей. Какие-то восточные мотивы пошли. О! Это восточный. Обеленные мои точилы. Что они с ним делают-то? Вот это мне вообще нравится. Да его вообще не слышно практически на фоне. Такие тёмки там, кстати, норм вообще. Девушка там что-то крутится, типа настраивает, там, миксирует. Жопа! Жопа! Жопа, 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 жопа! Ого, на канатах там катаются. Я думал, что такое восточное было, знаешь, в начале. Жопа! Как будто в космическом корабле каком-то. Что, он на канате хочет попрыгать? Повисеть на канате? Футуристик щит! Вообще. Он на каком-то корабле, походу. Чем они его накачали? Ну, матрица, братан, ну, матрица. На. Ставь лайк, если смотрел матрицу. Звуки классные. Видел такие. Какие девчонки, а? Жаркие. Ой, какая жопа у вас. Ой, жопа опять. Что съест-то? Братишка вернулся из матрицы. Ой, сейчас он до вашего шлёпа и как не надо. Вы бегите, а не в такое делаете. Бегите оттуда. Все, чувак вернулся в реальность. Ага. Отдельный плюс за охуенный бас. Вообще бит вообще классный, музыка классная. Да, бит, у него звуки, сама мелодия прям. Вообще прям. Очень мелодично. Outer Space просто вообще. Круто, круто. И клипец такой прям. Клипец, я не люблю темные клипы, да. Но он такой, знаешь, насыщенный такой прям. Я говорю, Space shit просто. Клипец крутой и немного непонятный. Ну, непонятно, да, то есть, что, типа, в конце бы там было интересно, кстати, что там дальше. Типа, он матрица был, что ли, или что? Ну, что-то, типа, там, вот, да, там, на корабле, ну, какая-то, знаешь, такая простенькая задумка, конечно, но как-то так. Нормально, у этого видоса 16 миллионов просмотров, и он вышел в начале года. Не, прикольненько, только мне кажется, что можно было, типа, как-то доделать еще эту задумку, типа, развитие. Ну, мне кажется, может быть, следующие клипы там есть, типа, следующий парт. Салют? Салют?